Всем привет! Мелбет Первая Лига приглашает вас на важный матч 21-го тура этого соревнования. Балтика-СКА-Хабаровск. Такая афиша. И она привлекает внимание тем, что встречаются две самые результативные команды на момент сегодняшнего утра. По 38 забитых мячей. Пока никто не перекрыл этот показатель. А это значит, если голы у этих команд есть, мы вправе их ожидать и сегодня. Он переправился на правый край, а Фольмер теперь располагается слева. Расстрельная передача. Небольшой кикс, от Томаса Рукаса. И Балтика зарабатывает угловой. Для калининградцев это всегда прекрасная история, потому что со стандартов они забивать действительно умеют. Мяч направляется. И попытка пробить. Хабаровчанам, по-моему, удается справиться с опасностью, но ненадолго. Удар и гол! И забивает мяч Тамерлан Мусаев. Исполняет он всем известный жест празднования гола от Криштиану Роналду. Передает ему привет Валь-Наср. А мы фиксируем быстрый гол, который забит в этом матче. Опять стандарт, по сути, приносит успех Балтике. Вот в этом клинче, в котором соперники сошлись, Куцко выиграл. Еще один заброс у Балтики и удар по воротам. Рядом со штангой проходит мяч. Неплохо разыгранная комбинация была балтийцами. Плюс в РИП участвовало достаточно много футболистов, и завершал ее Кузьмин. Отличный прорыв Фольмера. Неужели бить будет? И здесь Фольмера дает пробить. Очень легко подходит соперник. Соответственно, линия обороны остается без помощи Бабина и Петрова. Но очень хорошо ведет борьбу калининградская команда. Подача. И еще один опасный момент. Здесь просто продавливает своего оппонента. Пробить поворотом. Найти возможность покатить кому-то под развитие сценария новой атаки. Этого пока нет. Ну а Балтика свое дело знает хорошо. И блестящий момент опять создает. Заброс вперед. Скидка, и завершал Лазарев все эти усилия. Но мяч пошел рядом со штангой. У меня ощущение, что все-таки Осипов делал ему эту скидку. Ну и заброс от Малярова. Прошла передача. Перекладина. Гузина забрасывал за спину Помазану этот мяч. Но Фольмер уже в концовке не обработал. Мне кажется, убери он под левую, проскочи вперед. Вполне мог пробить. Гидеон Гузина крестным знамением себя осветил в дальнейшем. А вот здесь вот Фомину помешали его сыграть. И можно побежать в контратаку. Кленкин. Справа еще партнер набирает скорость. Где передача? Пряхин. И сзади бежит Дудиев. Гол! Пряхин! Ставит победную точку в этом матче. Балтика одержит очередную свою победу. 12-я победа Балтики, будет 44 набранных очка в 4 баллах от казанского Рубина. Все. Прозвучал финальный свисток Романа Сафьяна. По делу сегодня все произошло. 2 гола Балтики, один в первом тайме. Достаточно быстрый, который позволил спокойно играть по счету. Ну а потом в концовке порадовали еще одной отличной контратакой.